Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на мой канал! И мы с вами продолжаем наш Big Mama Challenge по Sims 4. Наша Луизочка проснулась, конечно, в грязная такая вся. Детей вот всех троих я заставила отпроситься со школы. И Лену тоже. Она у нас подросток, поэтому называть ее детем язык не поворачивается. Калипсо у нас... Давайте посмотрим Гуга. Поешь, пожалуйста, тогда йогурт. Что у нас тут? Ой-ой-ой, сейчас неправильно. Öffnen. У нас есть хот-доги. У нас есть блинчики, кстати. Ага, и у нас есть йогуртовое парфе с фруктами. Давай, Леночка, поест. Йогуртовое парфе давай поешь. А, ты блинчики взяла? Ой-ой-ой. Ты уже блинчики взяла. Ешь, ешь блинчики. Ты такая худая, тебе надо их есть. Знаете, что я посмотрела в кассе, я ей поменяла вот причесочку, поменяла ей одежку. Она такая худая. Вы бы ее видели. У нее вообще кость, кожа до кости. Вообще. Бедный ребенок. Луизочка у нас отправилась в душик, потом я ее отправила продавать свою книжечку, которую она вчера у нас дописала. И как старший человек в доме, нужно ей покормить Людочку. Сначала поесть, конечно же, самой. Я ее отправила есть мюсли, чтобы она у нас не подолсела. Кстати, я попродавала все, что они насобирали в этих местах благодатных. Продала урожай. И вот смотрите, сколько у нас. 2199. Я прям в восторге. Что можно такими вообще темпами здорово зарабатывать. Теперь я не зря их всех отпросила со школы. Я сегодня хочу сделать такое прикольное мероприятие. Вот только... Так, даже не знаю. Уйдут ли эти дети соседские в школу? Кстати, они должны уйти, по-моему, в школу, да. Очень жаль. Но мы все-таки это сделаем. Так, здесь... Нет, здесь. Gesellschaftliches Ereignis planen. Запланируем общественное мероприятие. Да? Калипсо, ты что танцуешь под неслышную музыку? Lautstärke Mittel. Ausschalten. Так, а почему нельзя следующую музыку? Следующую песню. Можно только выключить и танцевать. Да, жаль. Понятно. Мануэль у нас взял книжечку, решил почитать. Так, теперь Würstel Party сделаем. Мы опять вечеринку у костра. Gastgeber у нас Big Mama. Und Gäste. Доминик, Лена, Калипсо, Мануэль обязательно, все наши детки. Потом я хочу пригласить... Пригласить Брэда Питта. Где тут Анджелина? Вот она, Анджелина. Лорейн, Лауру. Почему-то вот мы с дочкой Урсулы не знакомы, вот что мне жалко. И всех из семейства Нарцисс пригласим. 12 человек. Игриль, Профи. Да не обязательно, а то он ничего не будет готовить у нас. Вот я приготовила им палаточный городок, поставила. Кстати, там детки ели, я их от еды оторвала, наверное. Да. Итак, мы прибыли все на место. Биг Мама у нас сразу же отправилась anzünden, разжигать костер. Молодец, классно. Mahlzeit auf einem Grill zu bereiten. Давай делаем гриль. Ты чё обжигаешься-то? Не надо обжигаться. Hähnchen Grill. Давай пожарим курочку для наших дорогих гостей. Такая вообще крутая. Леночка у нас тут села за другой костерок. Акина. Пусть посидит за другим костерком. Что нужно? Gestern eine Gruppengeschichte erzählen. Надо рассказать историю группе гостей. 3 Stunden am Lagerfeuer abhängen. Провести 3 часа у огня. Брэд, ты чего кидаешь-то дровишек-то в костер? Ты не знаешь, что это опасно? Ты, наверное, сидишь дома только и за компьютером играешь, да? А почему у нас она
с красненьким. Шпас, понятно. Шпас у нее вообще низкий. Низкий-низкий. Так, что она у нас тут готовит? Что тут у нас? Ух ты, классно. Приготовила вкусняшку. Так, подождите. Эти доп. Материалы меня прям расстраивают. Наверное, Ангерихт Нимен. А почему нельзя позвать к столу? Так, он уже поел. И все поели, в принципе, да? Теперь нам нужно Getränke aus der Kühlbox trinken. Попить 3 раза напиток из холодильничка. Тут холодильничек у меня есть. Getränk nehmen, Saft. А Калипсо у нас возьмет. Откуда? Еще есть какой-нибудь холодильничек здесь? Угу. А вот он. Еще один. Getränk nehmen, Wasser. Васа. Только 2 холодильничка я поставила, да? А давайте купим еще один, что? Нам тут некуда спешить, как говорится. Так, давайте вот здесь напишем Kühlbox. Kühlbox, я. Yeah. И вот этот подороже какой-нибудь такой зелененький. Ну, вот сюда вот. И Мануэль возьмет у нас отсюда Getränk nehmen, Milch. Пусть он попьет молочка у нас. Гитара am Lagerfeuer spielen. Ого-го, вот это вот задание. Луиза, где-то у нас тут была гитара? А, нет, Луиза пусть у нас играет, ей шпас не хватает. А Леночка у нас, короче, вообще не умеет петь. Давай костровую какую-нибудь. Marshmallow мелодии. Зефирную мелодию давай. Какую-нибудь. Прикольную. Ой, красота вообще. Посмотрите, прям идиллия. Ой-ой-ой-ой-ой. Доминик у нас должен был с Лоррейн, по-моему, да? Поближе познакомиться. Давай. Ага. Über Moskitos beschweren. Пожалуемся на москитов. Marshmallows am Lagerfeuer grillen. И пожарим marshmallows. Зефирки. Калипсо у нас разговаривает у соседнего костра, по-моему, да. Давай, grillen marshmallows. Ты, Брэд, ты чего нашу девчоночку-то обижаешь? Я не поняла тебя. Сидит такой злой, такой смотрит на нее. Так, Мануэль тоже давай grillen und marshmallows. Так, подожди, ты чего с ним? Ты чего это с ним вообще? Ссоришься, я не поняла. Так, гитара на гифо. Давай, это засчиталось или что? Или ты допьешь? Ну, давай допивай, ладно. Биг мама у нас... Подняла свой шпас, более-менее свой досуг. Ага, gestern eine Gruppengeschichte erzählen. Надо еще рассказать историю группе гостей. Так, Gruppengeschichte erzählen. Ein Märchen über einen Troll. Сказку о тролле расскажем. Ага. Подождите, а почему... Почему только троим можно... Не, подождите, так чуть не пойдет дело. Что за... Так. Так, подождите, Gruppenaktivitäten, Gruppengeschichte erzählen, ein Märchen. Опять. Почему только троим, а почему не всем деткам? Они, наверное, считаются, что они в школе. Я все поняла. Очень жаль. Gitarre am Lagerfeuer spielen. Чего это? Почему не засчиталось? Леночка, давай. Мучай гитару. Üben oder Lieder singen. Gitarre am Lagerfeuer spielen. Поиграть на гитаре, но не петь же, или как? Давай, Lieder singen. Попробуем так, что ли. Сделаем такое действие, да? Посмотрим, получится у нас или нет. Смотрите, какие детки вообще классные у нас тут. С волосами такими.
С вами сами листьями, классные детки. Лаура у нас тут сидит в своем красивом одеянии, радует всех. А, она историю рассказывает, посмотрите. Они все сидят и слушают ее, молодцы. Правильно, слушайте Луизу, не слушайте Лену, вы посмотрите, что она делает, а. Это просто вообще шик-плеск, красота. Ну, засчитайся нам, пожалуйста. Gestern eine Gruppengeschichte erzählen. Marshmallows am Lagerfeuer grillen. Почему? Marshmallows. А, ясно. Вот что не засчитывается, оказывается. Она у нас грилит зефирки. Я люблю говорить грилит, так прикольнее. Ага. И значит, два раза пожаловаться, да, на домогательство диких животных. Вот так вот. Ужас какой-то. Да, давай чаю пожалуемся. Freundlich. Где у нас тут было? Так. Где это? Так много действий. Вот. Über wilde Begegnung schwärmen. Только не пожар. Только не пожар. Не, все нормально. Обошлось. Все обошлось. Гитара нам не засчитывается. Гитара нам не засчитывается. Это очень-очень плохо. Так. Угу. Вот. Еще раз. Marshmallows am Lagerfeuer grillen. Давайте, давайте, грильте же зефирки. Давай, молодец, Брэд, помогай нам, пожалуйста. Ты просто супер. Так, und Würstchen am Lagerfeuer grillen, самое главное. Нам надо еще пожарить хот-доги на костре. Да, мы не будем зацикливаться на этих заданиях. Будем смотреть на наших соседей симов. Смотрите, как сделали ее, похоже, да? Вам нравится Анжелина здесь? Ух, вот он, какой костерок. Ой, боже мой, что-то я слишком близко. Извините меня, пожалуйста. Так, Gitarre am Lagerfeuer spielen. Что ж такое? Может так попросить? Spielen, abhängen, grillen. Abhängen. Abhängen, abhängen, abhängen. Собраться у костра, что ли? Что это такое? Und vielleicht üben? Nein, üben auch nicht. Oder doch? Ну, давай попробуем üben. Она тут какие-то знакомства заводит, наша Леночка. Но я рада, что детки пришли, что они не улепетали в школу. И что, в принципе, смотрите, у наших... Ой... Только хотела похвалить, что у них все нормально. А у них, оказывается, не все нормально. Würstelparty nicht erfolgreich. О, wie schade. Я тут им построила туалет в уголку, чтобы они ходили туда. Да, жалко. Жалко. Уже который раз я пытаюсь сделать успешно эту вечеринку, никак у меня не получается. Походу, эти все гости уходят, да, или что? Или нет, или вы остаетесь? Все, ничего не надо делать уже, все, все, все. Но разговаривать надо, да. Ибо Grundbesitz plaudern, нет, tratschen, болтать просто nach Lieblingsauto fragen, спросим, какой у нее любимый автор, кого она у нас любит читать. Кстати, тут пришел к нам мистер Бин, которого мы не звали. Привет, привет! Добро пожаловать к нам. Ногти рассматривает такой, сидит. Крутейший такой вообще чувачок, вообще беспалевный такой. Мануэль у нас убирается, молодец. Калипсо пошла в другой туалет.
которые рядом находятся. Да, красивые у нас тут места, кстати. Ух ты, а мы здесь еще рыбу не ловили, по-моему, да? Калипсо, давай, раскопай камушек, а? Походите, детки, раскопайте, что можно тут. Так, давай, прекращай, прекращай, прекращай. А, auf Wiedersehen. А, они уходят? Понятно. Давай, сходи в туалет. И Лена у нас как профи пойдет сейчас рыбку ловить. Вот так вот. А деток мы всех отправим раскапывать камушки, собирать всякий урожай. И Калипсу мы отправим сюда тогда ловить рыбку. А Доминика сюда отправим. А Мануэль будет, я не знаю, что он там делает. Он собрался играть в пиратов один. А, ему же надо по жизненной цели. Понятно. Да, играй. Очень хорошо. Чай с кем-то нас или она уходит? Она уходит, что ли? Или что? Ух ты, мы еще денежку получили за книжки. Der Geburtstag von Big Mama Night. О, nein. Скоро она будет взрослой у нас. Я так подумала, подумала, решила, что я ей зелье молодости давать не буду, потому что это еще на 20 серий растянется это все. А я хочу уже какой-нибудь другой челлендж начать или просто какой-нибудь летсплей там какой-нибудь семьей. Ну, посмотрим, посмотрим. Это еще по времени все это зависит, это от настроения зависит и вообще от много от чего зависит. Так, Биг Мама у нас. Давайте посмотрим на ее потребности. Да, вроде бы все нормально. Ага, Леночка у нас поймала какую-то супер рыбку, наверное, или что? А, у нее просто повысился уровень рыболовства. А поймать она, в принципе, ничего особо и не поймала пока что. А нет, поймала уже за 70 миллионов. Так мало, очень мало. Мануэль у нас теперь идет кушать. Проголодался наш бедненький пацанчик. А, кстати, здесь готово уже, кстати. Да, правильно, надо же доесть. Чего это у нас тут добру-то пропадать? Так, Биг Мам у нас все еще греется у костра, греет. Чего ты греешься-то? Мать, чего ты греешься-то? Давай, Элтенталь. Eines Kindes mit drei Freunden sein. Klicke auf einen Sim und führe freundliche oder lustige Situationen aus, um die Beziehung zu verbessern und Freunde zu finden. Чего-то я это задание не поняла, ребята. Kind heiraten lassen. Ага, вот это я знаю. Это поженить одного из детей. Выдать замуж. Мы, наверное, Леночку выдадим замуж, да? А, Леночка, кстати, 5 вечера. Давайте их всех-всех-всех оставим здесь. Леночка, заканчивай с этими делами. И давай, Райзен, мы с тобой сейчас будем путешествовать кое-куда. Давай, звони по телефону, деловая ты моя.